Всем привет! Сегодня у нас в обзоре и нашелся покупатель на этот барометр, купил его уже. Барометр Aneroid метеорологический БАМ-1 с инструкцией в идеальном просто состоянии. 1973 года. Абсолютно новый. Находился он у меня на продаже, конечно, давненечко. Где-то, может, 4 месяца, где-то так. И вот сегодня нашел покупателя. И сегодня вообще отличный, замечательный день. Пятница. Именно, ребята, та самая пятница. И продажи хорошо, и покупки идут. Поэтому не нужно ничего придумывать. День просто суперский. Смотрите мои дальнейшие ролики, покажу, что я сегодня купил. Итак, вот такой барометр. Вот это у нас здесь градусы получаются. Есть некоторые барометры, которые идут вот без этой шкалы. То есть без этого смайлика, его еще так называют. Барометр Aneroid метеорологический БАМ-1. Предназначен для измерения атмосферного давления в наземных условиях при температуре от минус 10 до плюс 40 градусов и относительной влажности до 80%. Вот такая полезная штука. В предыдущем ролике я говорил, что я не технарь. Поэтому в таких приборчиках я не разбираюсь. Для меня это просто бизнес. Вот и все. Вот такая пенопластовая коробочка. Значит, по деньгам он у меня был выставлен за 1100 гривен. И нашел сегодня в эту счастливую пятницу своего владельца нового. И поедет. Сейчас побегу отправлять. Поэтому, если у вас дома остались вот такие приборчики, и в таком состоянии, как у меня, с инструкцией, с коробочкой вот такой пенопластовой, то ихняя цена 1000-1100 можно выставлять, если вы находитесь по Украине. И зарабатывать деньги. Если где-то увидите, где-то гривен за 400, за 500, то есть я настоятельно рекомендую брать. И точно так же, как и я, продавать и зарабатывать денежки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч!